Друзья, у нас под окнами белочка. Вот так. Я надеюсь, вам видно хоть чуть-чуть. Там люди играют. Ой, ой, это наш папа с балкона кинул ей орех. Интересно, сейчас увидит. По-моему... Ну, она видела. Вы-то видели? Подожди, вот, она спустилась. Что-то взяла. Ты куда попал? Я не видела. Наверное, на дорожке. Она видит. Вон, шевелится во всё. Воробьи глаза рядом сидят. Ага. Вот что-то взяла. Нет? Нет, нет. Сюда я не видел. К нам. К нам? Да. Ну, видит. Что-то ищет. Кушать хочет. Так семечки, может, падали. А, да, от птиц, наверное. Ой, ворона заберет сейчас. Вот она орех нашла. Вот, чёрт. Точно, да. Ворона забрала орех. А они ее долбить не будут? Да. Белку. Да нет. Блин. Угу, ворона нашла. И белка, похоже, видит. Сейчас посмотрим, спрыгнет она. Пойдет разбираться. Ну-ка, давай. Нет, она там что-то прям нашла. И там вовсю. Эй, сволочь, брось. Орех. Все равно не съешь. Так, подожди, белочка, белочка, иди, иди, убирай у нее. Нет? Нет. Побежал. Нет. Вот ты мой сладкий. Чудо какое-то, честное слово. Вот под окнами. Это вообще. Ну, все.